Друзья, сегодня хочу рассказать вам про две коляски 2021 года Кека и Бабала. Поехали! Данные коляски можно использовать от рождения. Коляски весят очень немного. Коляски с глубокими капюшонами, у них есть перемычки для ножек, есть амортизация на каждом колесе и плюс большое лежачее место и, конечно же, большие колеса. Рассмотрим все это более подробно. У коляски Бабала глубокий капюшон. Капюшон уходит даже за бампер. У Кека тоже обладает большим капюшоном, немножечко по-другому сделана сеточка и непромокаемый козырек. Смотровое окошко Бабала силиконовое. Смотровое окошко Кека, сеточка и закрывающийся козырек. Бабала. Ширина лежачего места 34 см. Кека. Ширина лежачего места 35 см. Бабала. Длина лежачего места 83 сантиметра. Кека. Длина лежачего места 82 сантиметра. Кармашек Бабала не закрывается. Кармашек Кека на молнии. Вентиляционное окошко. В комплекте у коляски Бабала есть дождевик и москитная сетка, подстаканник, плотный чехол на ножке, сумка и сумка специально для переноса коляски. Данную сумку можно использовать как рюкзак на коляску и как пеленальный матрасик. В комплекте у коляски Кека есть дождевик, москитка, подстаканник, плотный чехол на ножке и чехол для переноса самой коляски. Плотные чехлы на ножке выполнены в разном дизайне. Юбы Кека и Бабала вы можете использовать от рождения до 36 месяцев. Коляски очень компактно складываются в любой автомобиль. Плюс у них есть перемычка между ножек, лежачее положение. Коляски имеют глубокий капюшон, плотный чехол на ножке. И самое главное, легкий вес и амортизация на каждом большом колесе. Друзья, сегодня мы с вами проанализировали две коляски – Бабала и Юбы Кека. Надеюсь, мы смогли ответить на все ваши вопросы, чем же они отличаются, тем более они сейчас самые популярные. Ну а сколько они стоят, вы всегда можете обратиться к нашим консультантам в нашем магазине, и мы сможем предложить вам самую лучшую цену. Данные коляски мы вам рекомендуем.